Друзья, всех приветствую. Решил я для вас записать незапланированное видео. Монтировал я для вас видео по другой тематике. Хотел выложить его завтра во вторник. Сегодня вот у нас понедельник, почти 10 часов вечера. Но пишу для вас незапланированное видео, чтобы поделиться с вами по последним ситуациям, которые у нас случили, случились на фондовом рынке. Что у нас произошло? Прихожу я только, только что с тренировки. Вот буквально 20 минут назад пришел с тренировки. Зашел на карту S&P 500 и увидел просто вот такую красотень. Посмотрите, у нас все красное, все акции у нас повалились вниз, рынок у нас повалился вниз. Что у нас такого случилось, давайте разбираться. Ну, во-первых, начнем с того, что такого прям страшного-страшного у нас ничего не случилось, потому что даже если мы перейдем на график индекса S&P 500 и посмотрим, насколько он, он, у нас откатил от своих максимумов, то падение у нас составило 5%. Пока что у нас падение 5%. Да, соглашусь, падение у нас по широкому рынку есть, падение у нас, конечно же, неприятные, потому что никому неприятно видеть минуса в своих портфелях, но напоминаю, что падение у нас еще не такое существенное, потому что это у нас даже еще не полноценное полноценной коррекции, потому что индекс у нас откатил всего на 5%. Полноценной коррекции у нас будет, если у нас индекс откатит хотя бы процентов на 10. Сегодня я, как обычно, зашел к своему брокеру Interactive Brokers и сделал обычную плановую покупку. То есть я не делал никаких докупок, я не увеличил сумму инвестиций, потому что просадка в 5% по, лично по моей стратегии, это еще не та просадка, по которой я стал бы увеличивать сумму инвестиций. Если у нас хотя бы рынок откатит примерно примерно, примерно на 10 хотя бы процентов, это вот примерно до уровня 400. Вот если у нас рынок упадет примерно вот до этого уровня 400, то, то там я уже буду постепенно увеличивать сумму инвестиций, делать какие-то внеплановые покупки. Пока у нас рынок упал всего на 5 процентов, я лично не дергаюсь и никаких внеплановых покупок не делаю. Так, это у нас индекс S&P 500. Если мы посмотрим индекс технологический NASDAQ, то он у нас, наверное, потерял чуть больше, чем индекс S&P 500. Да, чуть побольше, 5,3 процента. Но, опять же, это не такая существенная просадка. Если у нас, например, индекс упадет хотя бы процентов на 10, будет такая более-менее полноценная коррекция. Это будет примерно на уровне 13800. Вот, если вот до этого уровня у нас упадет... Индекс NASDAQ, это он потеряет примерно 10%. Тогда уже можно будет думать о каких-то докупках, о каких-то внеплановых покупках. Пока что я советую вам сильно не дергаться и не паниковать. И не дай бог, не продавайте ни в коем случае акции. там Не фиксируйте убыток, потому что если вы инвестируете в долгосрок, если вы инвестируете в широкий рынок, эту просадку в любом случае выкупят, какая бы она, какая бы она ни была там. 5% если он даже упадет на 10%. То есть запомните, любая просадка это очень хорошая возможность просто закупиться этими активами, по более привлекательным ценам поэтому сейчас главное не паникуйте и ни в коем случае не фиксируйте убытки не выходите из позиции и не продавайте акции Главное, без эмоций. Так, теперь давайте более подробно разберемся, почему у нас рынок вот так вот внезапно, внезапно вдруг посыпался. Здесь у нас две основные причины. Это первая причина, это Китай. Вторая причина, это США. Давайте разберемся более подробно. Начнем с Китая. Что он у нас опять такого, блин, натворил? Почему он у нас опять э, потянул рынки вниз? По данным РБК инвестиции, на рынке акции начались распродажи из-за опасений инвесторов по поводу банкротства китайского девелопера Evergrande. Негативы также добавили ожиданий сокращений стимулирующих программ ФРС на ближайшем заседании. То есть первая и самая главная причина это опасение инвесторов по поводу банкротства китайского девелопера Evergrande. И также вторая причина это негатив по поводу ожиданий сокращений стимулирующих мер, которые у нас могут а, принять на ближайшем заседании, которое у нас пройдет, если я не ошибаюсь. А, давайте посмотрим. Да, 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 в 22 сентября. 22 сентября сегодня у нас какое нибудь число-то, 20 сентября, сегодня у нас понедельник, а заседание, получается, у нас пройдет в среду. Вы увидите это видео, скорее всего, завтра во вторник, если я успею его смонтировать. Так, давайте посмотрим более подробно, что у нас пишут РБК инвестиции по поводу всей этой ситуации. Участники рынка все больше опасаются, что Пекин допустит банкротство одного из крупнейших девелоперов в стране, ну короче, одного из крупнейших застройщиков Китая, компании Evergrande, что принесет убытки его акционерам и владельцам облигаций, пишет The Wall Street Journal. Объем долговых обязательств компании является самым большим среди любых публичных компаний, управляющих недвижимостью. Общая сумма обязательств, включая кредиторскую задолженность, составляет около 305 миллиардов долларов или 2% ВВП Китая. Само собой, если у нас будет банкротство этой компании, то у нас акционеры, которые держат акции этой компании, которые держат облигации этой компании, потеряют все свои деньги. И из-за этих опасений акционеры у нас просто стали распродавать акции этой компании. Да, если мы даже перейдем на график вот этой компании, то увидим, что у нее сейчас сейчас дела обстоят э, вообще хреновенько. То есть у не, она сейчас торгуется на уровнях. Давайте посмотрим на уровнях ну, где-то на уровне 2011 года. Да, на уровне 2011 года. Поэтому у нас начались массовые распродажи в акциях вот этой компании, и, само собой, у нас случился так, случилась такая цепная реакция, которая у нас перекинулась и на широкие рынки. Вот эти новости из Китая, это у нас в принципе и есть основной негатив для рынка, из-за которого мы и увидели вот эти распродажи. И плюсом все это еще подкрепляется некой неопределенностью по поводу ближайшего заседания ФРС, где могут у нас объявить о сворачивании стимулирующих мер. Напоминаю, что у нас а, ближайшее заседание ФРС будет два. 20... 22 сентября, то есть в среду. И если, например, на этом заседании у нас объявят о сворачивании стимулирующих мер, о том, что больше не будут поддерживать экономику деньгами, то все это у нас как цепная реакция, все это вместе сложится, и мы можем увидеть более глубокие распродажи на рынке. Поэтому давайте не будем делать поспешных выводов, а просто подождем решение, решение по этому заседанию и уже будем смотреть по ситуации. Поэтому что мы делаем в данный момент времени? Самое главное это не паниковать. Не нужно сейчас там распродавать все свои акции. Не нужно фиксировать убытки, потому что, напоминаю, если вы инвестируете в долгосрок, то вот такие небольшие снижения, потому что у нас, где, индекс S&P 500 у нас упал всего пока на 5%. То есть, если мы посмотрим даже на график за год, то увидим неоднократные такие снижения. Вот у нас было снижение, вот у нас было снижение, вот у нас были снижения. И видите, все эти снижения у нас выкупили, и где сейчас у нас находится график. И, возможно, это краткосрочное снижение у нас также очень быстро выкупит, и у нас график сначала вернется к своим прежним уровням, после этого продолжит рост. Ну, пока у нас такая некая неопределенность, поэтому не будем делать каких-то поспешных выводов. Единственное, что я могу сказать сейчас, это главное не паниковать и не, делать никаких эмоцион... не принимать никаких эмоциональных решений. Там, не фиксировать свои убытки, не выходить из акций. Потому что любое вот такое краткосрочное снижение рынка, это наоборот для вас, для, для долгосрочных инвесторов, очень хорошая возможность просто закупиться теми же самыми активами, которые вы держите у себя в инвестиционных портфелях, просто по, по более привлекательным ценам. Поэтому не нужно пугаться вот таких снижений, а нужно наоборот использовать эту возможность. Поэтому, друзья, не волнуемся, не паникуем. Дальше следим, как у нас будет развиваться текущая ситуация на рынке и четко следуем своей инвестиционной страт стратегии. Если у вас, например, намечены какие-то уровни для покупки, то просто используйте вот такие краткосрочные снижения, чтобы закупиться активами по более низким ценам. Тем самым вы будете просто усреднять свою цену покупки. И в дальнейшем, когда у нас рынок вернется сначала к своим прежним показателям, а потом еще и продолжить свой рост, а поверьте, рынок у нас, какой бы ни было падение, он всегда сначала возвращается к своим предыдущим показателям, а потом и продолжает дальше расти. Так вот, когда вы будете усреднять свою цену покупки, когда вы будете покупать активы по более низким ценам, лесенкой, после того, как рынок вырастет, вы еще получите из-за этого больший профит. Поэтому, если у нас рынок падает, отлично, не волнуемся, а просто докупаем активы по более низким ценам. В принципе, все, друзья, такое небольшое короткое видео. Хотел я с вами оперативно поделиться по поводу вот этой текущей ситуации на рынке, потому что мне уже и в Телеграме посыпались сообщения, чтобы мы объяснили эту ситуацию, почему у нас рынок весь падает. Я там уже всем поотвечал, что типа не волнуйтесь, все хорошо, у нас там рынок снизился всего на 5%. Поэтому вот решил я с вами поделиться оперативно этой информации. Очень надеюсь, что я успею смонтировать это видео до завтрашнего утра. Придется мне, конечно, сейчас ночку поработать. Но, в принципе, ничего страшного. Надеюсь, завтра в 9 утра, в 9.30, оно у нас выйдет на канале Instarting Invest. Поэтому, если вы не подписаны на наш канал Instarting Invest, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые полезные видео. Потому что мы будем также следить за текущей ситуацией на рынке и будем оперативно, оперативно оповещать об этом в наших новых видео. Поэтому спасибо большое вам за то, что что вы посмотрели это видео. С вами был Дмитрий, желаем вам всего самого хорошего и огромного вам профита. Всем пока!